Чувашии в Чебоксарском районе в ближайшее время появится жилой квартал с международным названием. Премьер-министр Иван Моторин и чрезвычайный полномочный посол Республики Болгария в России Бойко Коцев дали старт строительству. Болгарский квартал появится между Синьялами и деревней Альгешево. Татьяна Молокова и Андрей Спиридонов изучили место, где началось строительство. Вот в этом поле через 4 месяца появятся первые дома болгарского квартала. Так обещает застройщик. Дома будут построены по всем современным стандартам с использованием энергосберегающих технологий. Мы делаем тепло двумя способами. Один способ – это газ, второй способ – это пеллеты. Пеллеты – это чего дают? Там мы смотрим цены на газ, прогноз в ближайшие 5 лет, что они будут подниматься. Пеллеты, дерева в России много, это отходы дерева, и оно... Цены будут падать и стоять постоянно на того уровне. Соответственно, здесь коммунальные услуги населения будут платить довольно, скажем, мы планируем коммуналька за тепло быть в районе 1500-2000 рублей. Застройщик обещает использовать местные стройматериалы в сочетании с композитными материалами компании «Роснано». Сразу после начала строительства обещает благоустроить территорию, установить детские площадки, а зимой на склонах – горнолыжные трассы. Площадь застраиваем территорию порядка 16 гектаров. Совершенно. Это первый этап. Первый этап. Один дом трехэтажный, двухподъездный, где-то 1500 квадратных метров. Да. Правильно я понимаю? Вообще в планах, значит, сколько всего после завершения освоение территориального земельного участка вы планируете построить? В этом году мы планируем первый этап построить 5500 квадратных метров. Модуль, да. Это один модуль. Вот такой. Это будет построено и до конца этого года и сдать. Дальше, с следующего года, мы более интенсивно начнем усваивать, потому что мы будем знать уже какой спрос. Причем болгары обещают, что при хорошем спросе они могут построить квартал и за год. Такие дома сейчас строятся в Калужской и Смоленской областях, а с 2008 года в Болгарии. Технология наша, на первое время, естественно, будут работать болгарские строители. Потом дальше мы будем учить местные коллеги здесь, Игоря Владимировича, совместно за того, что вот могли принять эту технологию и сделать так, что вот оперативно могли строить больше жилья в республике для соцпроектов. Иван Моторин, внимательно изучив проект, выразил надежду, что подобное сотрудничество будет удачным, а Чебоксарский район получит комфортное жилье. Бойко Коцев назвал строительство этого квартала важным для болгарских строителей. Мы уже живем в 21 веке. Может быть, скажут, что это только преуспелые люди живут за город, да? А кто знает, может быть, это неплохо. Здесь чистый, свежий воздух. Здесь хорошо. Вот Волга, река недалеко. Только 2 километра до аэропорта. Если это сделаем, скорее всего, это будет до окончания проекта, то все, которые здесь живут, будут пользоваться вот этим хорошим обстоятельством, что живут недалеко и быстро смогут пойти на Черное море отдыхать. Что нужно от республики, от района, я надеюсь, что мы будем оказывать всяческую помощь. И совместно с вами уже в ближайшее время получим эффект от реализации данного проекта. Как только квартал будет обживаться, то наладится и транспортное сообщение с райцентром и столицей республики, пообещал глава Чебоксарского района. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.